Продюсер Максим Фадеев ищет новую певицу. Говорит, у каждой есть шансы. Но начали поговаривать, что скорее он ищет новую любовницу. А при этом, на мой взгляд, имеет, собственно, право на это. Почему? Объясню в этом видео. С вами Жан Содель. Здравствуйте. Продюсер Максим Фадеев, несмотря на его внешность, кому-то нравится, кому-то нет, да, вот такие вот формы, как это вообще на диване, на кровати с ним лежать, непонятно, да, но многие девочки поговаривают, прошли через него. При всем этом человек талантливый, действительно, как по мне, имеет право, да, потому что в отличие от того же Киркорова, который покупает песни, Фадеев пишет их сам, причем действительно пишет хиты. У него просто хит за хитом, да, шедевр за шедевром, но при этом вот какой есть, да, а, естественно, красивые девочки ведутся, идут в группу, в том числе та же Темникова из группы «Серебро», да, и вот сообщается, появилась информация, что она ушла, да, и рассказала об истинной причине, из-за которой покинула коллектив, да. По ее словам, ей не нравился жесткий контроль Фадеева во всех сферах ее жизни. То есть, получается, Темникова была у Фадеева, и он полностью все контролил, чуть ли не там носки какие купила, может быть, трусы, да, и вот сообщает, что у Темникова начались проблемы с желудком, кроме того, певице не нравились откровенно наряды, которые нужно было надевать на выступление или на съемки клипа. Да с другой стороны, Фадеев действительно богатейший человек, талантливейший, да, и тут-то понятно, что певичек он может найти сколько угодно, ведь петь действительно могут все, да, я думаю, что мы с вами тоже, в принципе, поем неплохо, а уж тем более, если записать, если обработать, можно где-то там вытянуть голос, а вот написать шедевр, вот это дано не каждому. Что думаете по этому поводу, напишите в комментарии под видео, конечно, подпишитесь на канал, дальше будет что вместе обсудить. С вами Жан Содель, до встречи!